Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу, как я выращиваю огурцы на черной пленке. Вот уже несколько лет подряд я выращиваю таким способом огурцы, и результатами всегда остаюсь довольна. В первую очередь, что надо сделать, перекопать землю на штык лопаты. После чего граблями разбить все грудочки, для того, чтобы их острые края не повредили пленку. Вот так, разбивая грудочки, выбираю сорняки, выкапываю ямки на расстоянии 50 сантиметров друг от друга в шахматном порядке с одной стороны и с другой. Измерительным инструментом у меня служит тяпочка. У нее размер как раз 50 сантиметров. В лунки я добавляю куриный помет, рыбную муку, костную муку, биогумус. Огурцы очень любят хорошо удобренную землю. В идеале нужно было бы добавить в лунку свежего навоза, но это очень большой дефицит. В миске перемешиваю в равных пропорциях куриный помет, костную и рыбную муку. И сыплю в каждую лунку по 3 столовых ложки этой смеси. И добавляю по горсти биогумуса. Наливаю в каждую лунку примерно по 2-3 литра воды. И засыпаю землей. Теперь для того, чтобы обозначить, где центр лунки, я раскладываю камешки. Вот так. И еще для перестраховки я на коробе строительным карандашом наношу линию. Вдоль короба я прокапываю вот такую траншейку. Это я делаю для того, чтобы потом уложить в нее края черной пленки. После чего землю хорошо промачиваю водой. Теперь беру черную пленку, вырезаю по размеру короба, пленку выбираю потолще. Чем толще, тем лучше. И вот так раскладываю вдоль траншеи. Загибаю края канавки и укладываю их туда. Для фиксации пленки края засыпаю землей. Пленка должна быть натянута по всей длине короба. Всю пленку растянула по всей длине короба. Теперь буду сеять огурцы. Огурцы я выбрала Амур. Это ультраранний гибрид огурцов. Формируй до 8-10 плодов в одном узле. Очень мощное растение. Этот гибрид обеспечивает стабильный и качественный урожай. Теперь как же я сею огурцы? Ищу камешек под пленкой. Смотрю, где обозначила карандашом. Вот нащупываю камешек. Делаю крестообразный надрез небольшой. Беру карандаш, немного так уминаю, где-то на 1 сантиметр или 2, и бросаю туда семечко огурца. Пальцем вот так закапываю. Вот еще раз посмотрите. Ищу камешек, делаю надрезик.
Вот так вминаю землю. Можно еще немножко пальцем срыхлить и закапываю. Вот такая аккуратная, красивая грядка. Теперь будет огурцам тепло, их не нужно будет поливать, рыхлить. В следующих выпусках я покажу, как будут проклевываться семечки огурцов и какой получится урожай. Если вам будет интересно, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео.